На ваши вопросы, которые вы присылали нам в чат, отвечают Станислав Соломович Черчесов, главный тренер сборной, и полузащитник Алексей Миранчук. Днес ще проведем пресконференцията, която посветена на матча между България и Русия, и тя ще бъде излъчена в интернет. Също така ще бъдат озвучени въпросите в чата, и на въпросите ще отговори главният тренер на Русия Станислав Саламович Черкесов и Алексей Миранчук. Первый вопрос общего характера и тренеру и игроку. Хотелось бы, чтобы вы подвели итоги уже более чем двухнедельного сбора. Пошла третья неделя. Что удалось выполнить за это время? И как вписался контрольный матч с Польшей в программу подготовки? Ну, во-первых, всю программу мы выполняем. Понятно, ни на одном сборе не бывает, что все игроки все тренировки проводят. Не бывает так, что все сборы проходят полностью, игроки тренируются, потому что у кого проблемы, у кого меньше, у кого больше, мы за ними внимательно следим, поэтому даем и в игре иногда паузу, и в тренировочном процессе. Черышев и Марио уже в строю, тренируются вместе с командой, посмотрим на их состояние, чтобы понять, готовы ли завтра к игре или нет. А так, заключительный контрольный матч, игра с Польшей, естественно, игрокам дала пищу для размышлений, для нас, они друг друга почувствовали опять, давно не встречались, поэтому такие матчи всегда полезны. Понятно, хотелось выиграть, но мы довольны отношением футболистов к игре, а игровые моменты будем подправлять. Какво мога да кажа? Че всички играчи са на полето, всички, нали, са участвали в игрите, и не, за съжаление, всички сега могат да присъстват тук, но има, разбира се, проблеми, за които ние знаем, и всички треньори, за съжаление, не присъстват тук. Играта с Полша е била доста за нас впечатляваща. Почувствали сме на срещата какви проблеми има. И ние искаме да видим как всичко е било на терена, на матча. Тот же вопрос, Леша, с учетом того, что ты чуть позже присоединился к команде, несколько дней первых пропустил в Новогорске и в Австрии. Хочу сказать, что даже пропустил 3 дня, но все главные упражнения, которые были даны, выполнил. Чувствую себя отлично. И как Станислав Славович говорит, все идет своим чередом, поэтому готовимся к следующей игре. Отговорът на въпрос е същия. Нали, същия въпрос бил зададен, как се чувства човек. И отговорът е следния на Алексей Миранчук. Че тези 3 дни аз се готвих към матча, сега се чувствам много добре. Готовен съм и съм готов да изпълня всичките задачи, които са поставени пред мене. Спасибо. Вопрос Станиславу Саламовичу от «Комсомольской правды». У сборной было как минимум 2 рабочих схемы игры, условно, с 2-3 центральными защитниками. Одну из них вы проверили в матче с Польшей. Означает ли это, что в игре с Болгарией будет 2-я схема, тоже проверена? И вообще, есть ли какое-то понимание по базовому варианту вашей модели игры на Евро? Ну, понимание, естественно, у нас есть. Мы отрабатываем различные варианты и выхода, и системы. Понятно, что в 4 защитника мы играли больше, нам это привычно. Естественно, мы меньше времени на это уделяем. Но еще раз повторяю, у нас конкретные соперники. Одна команда так, другая так, третья так играет. Поэтому наша задача подвести команду к чемпионату Европы в том состоянии, чтобы мы были конкурентоспособны. Пока мы не распыляемся. Въпросът е от вестник «Комсомольска правда» за въпроса как ще играете сега. И отговорът е следният от господин Станислав Саламович Черкесов. Имаме разбиране за играта. Виждали сме как играят с Полша нашите футболисти. И въпросът е, нали, как сме изиграли, отделихме вниманието на това, какви са приоритетите в играта, какви точно трябва да слаби места да видим, какви са били. И това сме го разбрали. И приоритетите в разбирането на противника, как той играе в тези неща. Станислав Славович, вопрос вам от Russia Today.
В матче с Польшей вы заменили Антона Шунина после перерыва. Это нехарактерное довольно событие для вас. В игре с Болгарией нет ли желания попробовать у вас с первых минут Матвея Сафонова? Получит ли вообще игровую практику Юрий Дюпин? Ну, то есть вопрос в целом о том, какой вы видите вратарскую линию на Евро и в ближайшем матче? Ну, вратарскую линию мы видим Шунин, Сафонов, Дюпин. Они у нас в заявке. Понятно, еще раз говорю, мы готовимся к чемпионату Европы. И было видно и в срочном процессе, что, во-первых, Сафонов набрал форму, здоров, готов. На тех сборах, когда он был тогда, мы видели, что у него есть определенная усталость, поэтому и потом ковидом заболел, поэтому не было возможности. А сейчас, еще раз повторяю, каждому игроку надо быть готовым к играм. Поэтому мы ему дали возможность сыграть, и, как говорится, мы во всех своих игроках уверен, и у нас проблем в этом нет. Другое дело, что Шунин у нас номер один, и он готовится к чемпионату Европы. Вопросы тут издание Russia Today. Как ты проведешь играться с Антоном Шумилов? Он говорит, и следний тут главный тренер на русской национальной сборной. И не разбираме за вратаря, че вратарят е много важна позиция. И така, например, нашият вратар Станислав Шумилов е... Шумин е бил доста болен, така имал някакво... Не така доста готов към играта, но той сега се взе и всеки е готов към тези предизвикателства, които са поставени пред отбора, и е готов всеки от играчите да покаже своята готовност за изпълняването на поставените пред него проблеми и задачи в тази игра. Вопрос Алексею. Леш, насколько вам комфортно и тебе играть в сочетании с Сашей Головиным вместе на поле? Вы игроки похожи в очень амплуа, атакующие, такие полузащитники, потому что много было разговоров о вашей там совместимости на поле. Вообще, чем вы похожи, чем различаетесь? Что можешь сказать по этому поводу? Вы знаете, когда, я думаю, каждый игрок понимает, что нужно делать на поле и на футбольном, то, в принципе, можно не выделять именно с кем конкретно. Но если брать нас лично, то мне, конечно же, комфортно с Сашей играть. Есть взаимопонимание, есть футбольный какой-то интеллект. Поэтому развиваемся в этом плане и должны прогрессировать. И, ну, не делать результат, но делать вещи, которые будут способствовать результату. Ну, я здесь добавлю, ну, жалко, к сожалению, что у нас времени часто нет. Саша у нас вообще, сколько, полтора года не был в сборной, Мира тоже пару пропустил, да? Поэтому вот то время, которое мы здесь, мы стараемся максимально уделять время, потому что, ну, два игрока, которые умеют впереди делать нестандартные вещи, они всегда нужны. Другое дело, что как бы нам распределить роли, чтобы и один, и второй выглядел качественно. Поэтому здесь это уже и наша головная боль, хорошая, кстати, головная боль и тренерского штаба, ну, естественно, игроков, которые должны, как это сказать, побольше друг с другом коммуницировать. Так, вопрос от Алексея Миранчук. За това как той играе със своя колега Саша Гавринин. Той каза, отговорът на играча е следния. С Саша съмнение, се разбира много добре, комфортно ми е да се играе с него. Той добре се проявява в отбора и има с него пълно разбиране в играта. Също така, господин Станислав Славович Черкесов добави, че нямаме доста време за игра. Едната, втора от отбора не е в сборната, но в същото време ние имаме двама играчи, те се проявяват много добре, разбират един друг и това дава възможност качествено да се проявяват те в играта и да намират разбиране един с друг. Еще вопрос Алексею. Леш, чем отличаются твои атакующие функции в сборной от задач в Аталанте? Вот какую роль ты играешь в системе сборной, в системе Аталанта? Вот есть какие-то отличия? Вот что можешь сказать?
Ну, я думаю, это логично, что разные требования, поэтому, конечно же, функции отличаются, но основная функция больше приносить пользу впереди, и там, и тут в приоритете, поэтому сейчас был такой достаточно много времени, чтобы понять и подготовиться на сборах, понять свои функции, задачи, поэтому в этом проблем нет. И так бы отметил бы, что самая главная функция – это приносить пользу впереди. Вопросы-то към господин Алексей Миранчук. Какво е са неговите изисквания, какви са към него? И отговорът е следния. Има различни изисквания към нас, нали, но главното изискване е да играем напред. Да сме. И много време това изисква. Има функции, които ние много добре разбираме. Нашите задачи са ни ясни и ние сме готови да ги изпълняваме в тази насока. Спорт-экспресс, вопрос Станиславу Саламовичу. Вчера во время флеш-интервью Магомед Аздоев сказал, что жаль, что сломался у сборной Бельгии Де Брейне. Пожелал ему здоровья. Вчера прошел контрольный матч Бельгии с Грецией, завершился в ничью. Какие основные выводы, может быть, по этой игре сделали, наверняка смотрели? Вот, что можно сказать об этой ситуации, о Де Брейне и о сборной Бельгии без Де Брейне вчера? Ну, естественно, вот, когда слышишь или читаешь, что мы обрадовались, да, боже упаси, мы игру смотрели, но это футболист наш, коллега, и мы, и как на чемпионате мира Салах сломался, мы говорили, что жалко, потому что это футболист, который украсит чемпионат мира, а это чемпионат Европы. Мы никому зла не желаем, мы играли уже с бельгийцами из Де Брейда, и без него, отличный футболист, и как можно радоваться тому, что у парня какая-то травма. Надеемся, что он выздоровеет и против нас сыграет. Мы не против этого. Ну, естественно, и Магомед тоже самое сказал. Игру я вчерашнюю не видел, потому что, ну, естественно, мы его посмотрим. У нас завтра игра, и мы готовимся к конкретному матчу, поэтому стараемся не распыляться. В конце концов, кстати, немцы с датчанами играли в Инсбурге, тоже 1-1 сыграли. Тоже знаем, мы идем от игры к игре. У нас сейчас Болгария, контрольный матч, через нее будем готовиться, и мы концентрируемся, и футболистов концентрируем на завтрашний матч. Вопросы таким тренера на русский отбор Станислав Черкесов и следния. Как ви смятате това, че един от вашите играчи, който играе в матча с Белгия и Гърция, сега има проблеми с здравето и не играе в това? Как ви оценявате това? Как ще се отрази на срещата с България? Отговорът е следния. Ние, разбира се, желаем на човека да оздравява, защото всеки може да се щупи, нали, както се казва, но ние не мисляме зло за него. Всеки човек може да има проблеми с здравето, но травмата си е травма, нали? И както каза нашия човек, колега господин Магомед, трябва да го разберем това нещо и ние се готвим към матча, който ще е с България и ще видим как ще се прояви нашият опонент в тази игра с България. Станислав Иванович, вопрос по поводу Фернандеса и Черышева. Насколько они готовы уже и есть ли вариант, что завтра они могут появиться на поле? Они уже несколько дней тренируются, несколько дней они тренировались в общей группе, но с ограничениями. Вчера и сегодня они провели полностью тренировку. Оценим сегодняшнюю работу, как они себя проявили. Естественно, врачи нам скажут, готовы ли, насколько ли готовы ли, минут, секунд и так далее. От этого будем исходить. Понятно, что каждому игроку надо готовиться. И если будет такая возможность, естественно, мы им дадим возможность сыграть. Или одному, или второму, еще раз повторяю, здесь иногда желания с возможностями расходятся. Но думаю, что и один, и второй уже набирают кондиции, и может один из них появится завтра.
Въпросът е за един от за двамата играчи, Фернандес и Челешев. Как ги виждат в играта? Дали ще могат да играят по-нататък? Отговорът е следният на господин Черкесов. Разбира се, че тези хора се тренират, имат някакви ограничения в работата, но тренировката върви, те вземат участие в това нещо и сега лекарите трябва да кажат дали ще могат изцяло да играят в пълната си сила в отбора, дали да покажат цялата си способност да играят. Всеки може да бъде ранен, но ние им желаем здравите да се възстановят и да покажат всичките си възможности, които са заложени в тях за игра. Вопрос и Станиславу Саламовичу и Лёше. Сегодня на тренировке побывал вообще в расположении сборной Филипп Киркоров. Он завтра тоже примет участие в организации матча. Какое впечатление осталось от общения с ним? И вообще, может быть, какие песни его нравятся? Вот что по этому поводу скажете? Нестандартные совсем, да? Так. Да, приятно было, были все удивлены, так сказать. Филипп Бедросович добавил красок в наши солнечные будни, поэтому хорошо все пообщались, даже подарил подарки какие-то нам. Но затем улыбки прошли и пошли сконцентрированно на тренировку. Въпросът за това, по повод това, че ще вземе участие в откриването на матча между Русия и България, господин Филип Киркоров, как вие гледате на това, как смятате, как оценявате тази проява? Отговорът на Алексей Миранчук е следният. Разбира се, това е много приятно за нас, че Филип Киркоров взема участие. Той добавя своите багри в това мероприятие и той направи подаръци за нас, взе активно участие в това нещо. И ние сме много ради, се радваме, че ще имаме такова участие на такъв прочут артист, какъвто е Филип Киркоров в откриването на матча и ще пее химна на Русия. Но мы знали, что Филипп Киркоров будет петь гимн перед матчем. Но вчера от менеджеров поступило сообщение, что УЕФА не дает ему возможность пообщаться, выйти на поле и там спеть. И меня попросили, чтобы он к нам зашел перед матчем непосредственно или там пообщались. Но понятно, что игра есть игра, и мы бы не уделили ему столько времени, поэтому я попросил, чтобы, если у него возможность, сегодня к нам приехал, он приехал в 11 часов, как мы и договаривались, мы сначала в номере пообщались, потом на поле пофотографировались, пожелал нам удачи, ну и думаем, что это правильно, потому что друг другу надо уделять внимание, и завтра он нам пожелал удачи, и надеемся, что все будет хорошо. Както казва, добавя главният треньор господин Черкесов, за нас е много важно, че ще пее господин Киркоров. За съжаление, УЕФА не му даде възможност да пее преди матча, нали? Но ние с него се срещнахме днес в 11 часа при нас. Той дойде, подкрепи нашето участие, обменихме се с някои теми. Той и разказа за това как той смяташе, нали, да вземе участие. Така че много сме доволни за това, което Филип ще направи за нашия участието в нашето мероприятие. Заключительный вопрос тоже и Станиславу Саламовичу и Алексею. Вопрос на стыке самых популярных видов спорта. Есть ли понимание, что после неудачи хоккейной сборной на чемпионате мира, может быть, на футбольную ложится какая-то дополнительная или большая ответственность? Вот вообще, как смотрели ли тоже эту игру, какие впечатления? Я признаю, что смотрел третий период. Никогда, вот честно скажу, не смотрел хоккей, не болел, но вчера так получилось, что включил и сильно расстроился за ребят. Прекрасно понимаю, как хотели выйти из группы. Не хотел бы проводить параллели между нами. У нас свои задачи, свой турнир. Поэтому
Только могу сказать, что расстроен за ребята, мы будем делать максимум, что от нас зависит. Вопрос такой: какие параллели има между, например, между футболом и другими футбольными проявлениями, например, между хоккеем? Отговор на Алексея Миранчук и средний. Че, разбира се, ние, аз със съжаление не съм гледал хокей, не съм негов привърженик, не съм запалянко, нали. Но в същото време знам, че нашите играчи са, не са спечелили, така не са се проявили както трябва и се разстроих за тях. Не искам да правя паралели между нас и хокея, ние сме различни видове спортове, но аз разбирам своите задачи и смятам, че ние ще направим всичко възможно да сме по-различни от това, което беше в хокея. Не знаю, как это объяснить, ну, и смотрел, и нет, потому что телевизор-то был включен, хоккей шел, но у нас своя подготовка шла, мы тренировку готовили, поэтому одним глазом смотрел хоккей, другим занимались своими организационными вопросами. Понятно, что на таком уровне любой момент решает исход матча и турнира, поэтому примем ситуацию такая, какая она есть. Это большой спорт, спорт высших достижений. Еще раз повторяю, наша красная машина нам много радостей доставляла все последние годы, а неудача для этого есть, чтобы поправиться и шаг назад, два вперед. Поэтому мы болели за них, теперь мы вступаем в свои соревнования и максимум должны дать. Вопросът е, добавката към последния въпрос е от господин Черкесов. Отговор е следния. Аз не знам как да се обясни това, какво е стана с нашия хокейн от отбор. Ние сме гледали така повърхностно това, което беше излъчено по телевизията, звучеше като фон, но и ние сме направили своите организационни въпроси, сме си поставили и смятаме, че имаме различни задачи, малко от хокея, и ние трябва да направим своите изводи и да, нали, има във всеки всяко мероприятие има свои проблеми, но ние трябва да направим една стъпка. Щом като се направим назад, ние трябва да направим две стъпки напред и да се движим в тази прогресивна насока. Все, всем спасибо. Завершаем наше мероприятие, нашу пресс-конференцию. Завтра встречаемся уже после матча в таком же видеоформате. Спасибо. Спасибо. Хорошего дня. Спасибо. За всички благодарим и утре ще срещнем на нашето мероприятие.